Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас, четвертое число. Мини-экскурсия до Краснодарского края. Сейчас время, я показываю, 5:27. Я выезжаю и покажу вам, до сколько я доберусь. У меня сейчас путь направления идет на Славянск, на Кубани. И дальше вам вот все мое мини-путешествие буду вам, соответственно, описывать, показывать, то есть как и чего. Поэтому вперед! Уважаемые подписчики, город Тула. Посмотрите, какой красивый город. Надеюсь, вам все видно, как впереди. Город-герой Тула, очень красивый, очень такой современненький город. Мосты строятся, новые районы. Здесь сейчас проезжал. Вот такой вот интересный город. Уважаемые подписчики, летом, я не знаю, может быть, это вообще всегда подорожание платной дороги. Сейчас минималка — это 200 рублей, 200 и еще 280, уже почти 700 с лишним ушло рублей. Это за платную дорогу, еще даже не доехав в Воронеж. До Воронежа остается где-то 140 километров. Вот. Ну, кто не знает, вот это она самая платная дорога. Как видите, вот столько остается еще ехать. Направление у меня стоит сейчас Славянск на Кубани. Продолжаем движение. Уважаемые подписчики, время 19:37. До Славянска на Кубани остается 1:10. Я сейчас еду по новой платной дороге, ну, пока, соответственно, взымания денег не было бы, но говорят, что где-то будет рублей 300 стоить. Вот, а вот так вот она выглядит, причем, что удивительно, что пустая она, поэтому все, кто едет в сторону Анапы, эта дорога, ну, сокращает практически вам 52 километра. Это, я считаю, что неплохо, если вы бы ехали бы отсюда и через Краснодар. Поэтому едем дальше. Уважаемые подписчики, добрый вечер. Если вы будете приезжать в станицу Полтавскую Краснодарского края, обязательно заезжайте в этот отель, если у вас получится сюда заглянуть, отель Полтава. Вот такие номера. Халатики, простыни, полотенца, одноразовые тапочки. И вот такой вот двухместный номер. Кондиционер обязательно, потому что здесь, начиная с июля, жарко. Телевизор и холодильничек. То есть номер вообще просто идеальный. Поэтому не рекламирую, но если будете, заезжайте, действительно очень хороший отель. Уважаемые подписчики, у меня уже следующий день пошел. Пришлось останавливаться, потому что я ездил по делам. Дела я сделал. Ну и, соответственно, продолжаю для вас репортаж. Сейчас в данное время еду в сторону Новороссийска. Прошу прощения, камера. Сейчас. Да-да-да. Вот. Еду в сторону Новороссийска, вот как видите. Планирую остановиться в Геленджике, посетить Олимп, может быть, в Золотую бухту заехать. Ну и, соответственно, весь этот интересный материал я выложу вам. В конце основного видео я вам выведу общую сумму этой поездки, для того, чтобы вы представляли, что сейчас стоят платные дороги, даже по новым дорогам, и, соответственно, чтобы вы представляли, что такое, ну, то есть, где можно найти дешевые номера в Геленджике. Уважаемые подписчики, когда будете ехать в сторону, Геленджика, остановитесь возле вот такой вот, такого интересного места, и можете вот здесь вот сфотографироваться, посмотрите, вот какая красота. Новороссийск, там вот так вот красиво.
сухогрузы стоят. Ну и вон они все дальше, вон видите. Вот это сам Новороссийск, город. Сегодня в Новороссийск не заезжаю. Но, как видите, здесь все вот фотографируются, потому что действительно интересное место для фотографирования. Не знаю, подписчики, уважаемые, будет ли видно или нет. Закинул десяточку, чтобы посмотреть поближе, но, видать, не получится. Ну, ладно. Ну, такие вот терминалы стоят. Можете, соответственно, закинуть десяточку и посмотреть поближе. Уважаемые подписчики, вы просили показать, как тут летом. Это Кабардинка. Вот я в нее въехал. Сегодня со мной мой товарищ Вадим, который, кстати... Я за рулем, он сейчас немножко снимет вот репортажика, я его попрошу. Ну, соответственно, попрошу показать меня, вот, ну и, соответственно, показать вам, как сейчас, в данное время здесь на улицах. Сейчас время 9:33, еще утро, но температура уже на улице 32 где-то. Вот. Это мы въезжаем в Кабардинку. Сейчас давайте проедемся со стороны пляжа, где пляж находится, и я вам покажу, как здесь. Хорошая лечебница здесь вот для отдыха, но сразу скажу, дорогая. Почему я знаю? Потому что у меня здесь знакомый раньше был управляющим, сейчас уже нет. Так, вот. Как видите, машины стоят, сдают комнаты, вот, и машины, которые вот кто приезжает чисто вот отдохнуть, ставят здесь, чтобы не оплачивать за стоянки, потому что возле самого пляжа вы не найдете ни одних стоянок. Кстати, что удивительно, конечно, то, что мы едем, и я удивляюсь, что в действительности пока народа мало, но, может быть, это утро, потому что, ну, давайте сейчас посмотрим, как будет дальше. Сейчас вот мы будем поворачивать в сторону пляжа. Извините, я музыку выключаю, потому что авторские права, они сейчас блокируются на YouTube, хотя, как вы знаете, я на этом не зарабатываю, эта информация чисто исключительно для вас. Вот такие вот гостиницы, столовые, отели, пожалуйста. Кстати, не забывайте про систему кэшбэка через карту МИР. Вы можете снять гостиницу, и, соответственно, вам вернется кэшбэк 50%. Смотря, конечно, какой гостинице вы будете останавливаться. Вот еще одна здравница детского комплекса Геленджика. Это для детей. Может быть, вы решите отправить кого-то сюда. Так, едем дальше. Прощения немножко за задержку в моем видео, но, как видите, одна машина поворачивает, мы уступаем, соответственно, куда же мы денемся. Между прочим, вы просили вот показать как бы самый дешевый вариант отдыха. Вот сейчас вот, по сути дела, учитывая того, что я приехал сюда по делам, практически оно так сейчас и будет. Ну, я, как вам сказал, конечная сумма поездки, сдачи гостиницы, я специально сделаю вам, ну, уже в конце ролика. Так, уважаемые подписчики, вот въезжаю в Геленджик. Ну, еду дальше, там дальше уже буду вам по факту все рассказывать, показывать. Так, уважаемые подписчики, я остановился в Геленджике, остановился я здесь, Херсонская 49. Здесь нормальные номерочки, я вам потом покажу, такие недорогие. То есть, ну, как я вам сказал, что мы с вами сегодня ищем эконом-вариант для отдыха. Вот. То есть, вот такая вот улица здесь, как видите. Народа много,
все гуляют. Здесь что хорошо, здесь рыночек прям недалеко, 5 вот метров заборчик пройти. Ну и в принципе все, что вы видите, здесь все есть. Шапочки, плавки, все, что хотите. Даже зоомагазин рядом. Так, уважаемые подписчики, ну вот такой эконом номер. Две кровати, кондиционер вот такой. В принципе, холод дает и телевизор. Вот все за все 1200 ну, за сутки, либо по 600 человека. Как-то так. Уважаемые подписчики, ну что, Геленджик, недалеко от места, где я остановился. Сейчас идем в сторону пляжа. Сейчас я покажу. Так, вот такая тут столовая есть. Фонтанчики. Сейчас мы идем прямо. Так, уважаемые подписчики, в общем, вот продолжаем. Кстати, вот эта столовая очень хорошая по деньгам, если вы здесь будете останавливаться. То есть, в принципе, не очень все дорого. Именно сумму более-менее такого минимального блюда я выведу, ну, то есть покажу вам. Так, подходим. Подходим к пляжу. Так, кто помнит, я был в последнем ролике там, летом. Сюда я не ходил, поэтому вот мы сейчас как раз проходим. Вот такой вот пляжик. Вот столько народа. Вот так. И вот он, фонтан. Пляжи, видите, как все забиты со всех сторон. Вот такая здесь летняя атмосфера. Ну, как для многих, знаете, вы, я обещал, соответственно, я здесь иду. Якорь. Потом фотографировался. Так, чуть дальше продолжим съемку. Так, уважаемые подписчики, ну вот он, парк развлечений Олимп. Поднимаюсь. На сафари-парке я был, здесь не был. Сейчас посмотрим, что там. Сцены, здесь выступают звезды. Это касса. Взрослые 1200, детские 600. Так, ну что, уважаемые подписчики, решился я опять на подъем. Вот, поднимаемся. Это Олимп. Так, сейчас я покажу сзади, что там. Вот. Извините, небольшая пауза. Какое классное озеро. Вот такое. Это мой друг Вадим. Вот он тоже снимает. Первый раз. Я не блогер. Черепашка. Черепашка плывет. Не урони телефон свой. О, уже здесь
становится немножко страшновато, если вам честно сказать. Да, над водой. Да, вот. Вот такой подъем. Сейчас я себя немножко тоже сниму. Вот так. В общем, ехать 15 минут, сказали. Вот. Да, она... Кстати, здесь действительно я прям чувствую, что она движется быстрее, чем на сафари-парке. Вот, как-то так. Поднимаемся наверх. Так, уважаемые подписчики, по поводу температуры. Да, жарко, но как-то вроде бы едем. Вроде бы как, поверьте, ну, вроде нормально. То есть, ну, немножко солнышко, конечно, дает, да, чувствуется, но... Ну, не сказать о том, что слишком как-то жарко. Вот, поэтому как так. Виды Геленджика, пожалуйста, сзади. Вот. Как-то так. А сам я хочу попасть вот на этот крест. Да. Перевернул камеру. Едем вот. То есть там, говорят, автобус ходит. Вот до этого креста. Говорят, сделан на мощах Серафима Саровского. Ну, там будет видно, уже прочитаем, короче. Так что вот такие вот дела. Я вам отправил видео, кстати. Отдыхаем? Кайфуем. Так. Ну, как-то вот так вот все это идет. Тихо-тихо. 15 минуток подъема туда-сюда. 15 вверх, 15 вниз. Самое, что главное, мне хочется, уже давно хотелось бы проехаться мимо букв названия Геленджик и попробовать себя как-то сфотографировать, хотя бы, не знаю, с задней стороны, но попробуем. Вот так вот кто-то спускается весело с музычкой. Давайте я поснимаю немножко, чтобы вы знали. А, билеты, кстати, дают вам возможность попасть в океанариум бесплатно, в зоопарк бесплатно, чтобы вы знали. И колесо, вон оно там работает, я вижу, крутится, тоже бесплатно. И плюс поездка до креста на машине вам тоже будет бесплатно. Вот здесь, кстати, я вам скажу честно, чувствую немножко жарковато. Как мой компаньон чувствует жару? Да, припекает. Припекает, вот видите. Так, вот так вот. Вот, не знаю, что это такое. Он, видно, ну, здесь, видать, поднимаются. Может, какую-то профилактику делают или еще что-то. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. Стараюсь снимать на хороший телефон, чтобы вы могли увидеть всю эту красоту и решить сами, ехать ли вам отдыхать в Геленджик или выбирать какое-нибудь другое место. Да, на Олимпе все-таки побыстрее двигается здесь. Ну вот, не знаю, что это такое. А, это канатный спуск. Вот здесь вот, кстати, канатный спуск. Здесь вот тоже платят люди и спускаются на канате. Вот в этом канате вниз. Да-да-да. Точно. Да, немножко жарковато, душновато. Но ветерочек немножко дает. Так, едем. Давайте я немножко дальше вам сейчас выключусь, дальше поснимаю уже, когда доедем до букв. Уважаемые подписчики, ну вот, наконец-таки добрались до вот этих букв, вот видите. Угу. Так, вот так. Вот, пожалуйста. Сейчас я переверну камеру. Вот, Геленджик. Прям как в Лос-Анджелесе. Вот, можно сказать прямо, прям как в Лос-Анджелесе. Крест. Вот такой подъем идет хороший. Перевернем.
Ну, уже практически, можно сказать, поднялись. О, здесь немножко шатает, видать, тяжело поднимать. Видать, немножко я пополнел и тяжело поднимает меня. Вот. Не, ну, уважаемые подписчики, это действительно очень интересная тема. Если вы тут действительно отдыхаете, конечно, смотря у кого как по финансам, но я думаю того, что это стоит того, чтобы здесь подняться, побывать. У нас таких, вы сами знаете, развлечений мало, вот как-то нормально. Так. Сейчас стой, посмотрим, что там сзади. Посмотрите, о, народ сзади, видите, сколько народу едет. Так, вот так. Ну вот они, великие буквочки. Да, и уважаемые подписчики, сейчас идет вариант эконома, как я вам говорил. То есть вы все время спрашивали, как бы отдохнуть подешевле. Я вам, соответственно, все расскажу. Это будет все в конце роликов. В конце вот этого мини, можно сказать, путешествия неожиданного. Почему неожиданного? Потому что в этот раз я приехал сюда по делам. Ну и заодно уже приехал, выбрал отдых в Геленджике. Так, уважаемые подписчики, вот я здесь, поднялся на Олимп. Так, идем дальше. Проходите. Так. Ну что, уважаемые подписчики, вот после этого всего идет спуск. Тут какой-то корабль-призрак. Не знаю, что это такое. Сейчас прочитаем, посмотрим. Так, тут какие-то супер развлечения. Такая красота. Так, здесь есть туалет, чтобы вы знали. Ну, ладно, 20 рубликов стоит. Сколько времени, Вадик? 20 минут. Так, а этот сказали только в 2 часа мы поедем, получается. Ну тогда, значит, пойдем пока на колесо сходим. Так, ну что, мы идем сейчас на колесо, потом дальше вернемся сюда. Так, уважаемые подписчики, ну это выход, но мы еще не идем, потому что еще не ходили на крест. Сейчас вот колесо обозрения. Вот такое колесо обозрения, посмотрите на эту красоту. Гор, может, какая-то реклама, не знаю, будет кому интересно, пожалуйста. Здесь кафешки есть. Кстати, воду с собой обязательно берите. Очень жарко, прям очень жарко. Вот, либо покупаете уже здесь. Что здесь? Ну, квас маленький 30, большой, средний 75, большой 150. Ну, в принципе, цены божеские. Цены божеские. Так, вот такие сувенирчики. Вадик, тебе игрушечку выиграть? Так, ну вот, подошли колесо обозрения. Сейчас пойдем. Да.
А вам билеты, да, надо? Да, билеты. Вот. Аккуратнее. Проходите, цепочку закрываем. Добрый день. Это... Ожидайте, скажу, когда проходить. Угу. Пока стоим. Так, положи их обратно, нам еще на этот ехать. Раз уже так высоко, надо еще выше подняться. Там сейчас ветерочек приятный. О! Освежится. Ну, а людей мало. Ага. Очереди нет. А по идее, то, что мы делаем, не сказали? Ну да, один раз по билетикам вы видите. Ага. Пожалуйста, следующая ваша, это, да? Цепочку закрываю. Ага. Окей. Так, ну что ж. Так, сажусь. Вадик, цепочку закрой. Так, прошу прощения. Немножко сумка застряла. Все. Кстати, для моих бывших работников я не забываю про то, где я проработал долгое время. Ну что, вот колесо обозрения. Поднимаемся выше и выше. Давай. Так, это мой товарищ немножко боится. Твоей спины ничего не видно. О, здесь действительно прохладненько, он не обманул. Да. Но мы еще с вами не поднялись на тот самый уровень. Вот, смотрите, уважаемые подписчики, вот такая вот отсюда вот красота. Вот, вот согласитесь, вот кто бы что ни говорил, у нас все-таки есть действительно красивые места, где можно действительно отдохнуть. И не надо никуда ехать, никаких за границ. У нас действительно классные места, где можно действительно нормально отдохнуть. Так-с. Вот, посмотрите, так вот мы поднимаемся еще выше и выше. Это колесо обозрения. Следующее мы идем на крест. Там ждем автобуса. Его нету. Ну, кто-то пешком он ходил. Потому что автобус, что-то говорят, будет только 2 часа начинают курировать. Кстати, не знаю как, но однако, вон, видите, вон машины стоят. Как они, может, как-то сюда мы проезжают все-таки. Где-то, может, дороги есть какие-то. Вон какой-то поселочек, смотрите. Я, кстати, там на сафари-парке не было колеса обозрения. Вот такой вот поселочек. Да. Да. Это действительно шикарно и классно. Так, уважаемые подписчики, ну что, колесо обозрения закончилось. Здесь вот такие вот корабль-горки. Какая-то распродажа, там мягкие игрушки. Не знаю, что там распродается. Батуты, цены. VR. Опа, извините. Так. Здесь дом страха. Цена билета 300 рублей. Пеннивайз. Выглядит как настоящий. Так. Ну, видите, 300 рублей. Здесь у нас... Кривые зеркала. Так. Да, можно подняться.
А что здесь вообще? Так, давайте посмотрим, что тут. Тут просто беседочка, ничего такого. Ничего такого. Так, ну все, сейчас идем тогда на машину и на крест. Экстрим. Так, ну вот. Проще, наверное, спросить у водителя. Он хочет вам сделать. Так, вот отсюда надпись Геленджик. Вот он сам крест. Сейчас пройдемся, посмотрим. Так, теперь здесь. Так, что там интересно-то? Там ничего не видно. Ну, говорят, что он построен на мощах Серафима Саровского. А, вот. Простите, дому. Так, и сними-ка шапку. Есть молодой мужчина.
Ну вот, уважаемые подписчики, выхожу из, где моща Серафима Саровского. Вот такая вот мини-церковь, я постарался заснять как мог. Ну давайте отойдем, посмотрим, как издалека. Вот. Так, аккуратно. 10. Так, аккуратно. 10 стеклов с пятого вот этого грыжа. Ну, сейчас пойдем. Стрекота. Вот сюда вот, как ты стоишь, так и стоишь. Так-с. Уважаемые подписчики, качество могло измениться, телефон сел. Вот, а так, вот. Так, и вот я возле него. Вот, пожалуйста, не могу заснять нормально. Ну, как-то вот так. Так, ну, как бы вот на этом здесь такая мини-экскурсия заканчивается. Сейчас будет спуск, засниму. Дальше океанариум. Ну, зайдем, покажу уже, кому будет интересно. И поднимемся, где выступают звезды эстрады. В принципе, как бы на сегодня в Геленджике все. Продолжим завтра. Так, ну вот, уважаемые подписчики, только сейчас сел. Начали ехать вниз. Почему говорю начали? Потому что сегодня я не один. Снимаю, дочки со мной нету. О, даже музыка играет. Так. Да, кстати, уважаемые подписчики, водитель вообще классный. Действительно, не день ездит по горам. Вот, ну, в принципе, как видите, все безопасно. Все равно нормально все довозит. Вот, церковь я заснял, показать вам. Вот, это вот мы съезжаем сейчас, колесо обозрения. Так. Вот так вот, немножко видно сделаю, селфи-палки нету, что есть. Ну, не планировал, говорю вам, не планировал, но сегодня я здесь для того, чтобы в итоге показать вам именно эту часть подъемника Олимп. Ну что, раз билеты бесплатные, сейчас планирую зайти в океанариум. Не знаю, посмотреть, почему-то все поднимаются туда к сцене, посмотреть, что там, может быть, нет смысла туда подниматься, вон она сцена. Говорят, все звезды выступают именно здесь, на этой сцене. Посмотрим. А вон те дорожки, о которых говорят многие, что можно ходить здесь до суду как-то, ну, пешком. Вон, видите, вон они идут. И где-то там, вот с этого ущелья, нам сказал водитель такси, что можно ему подняться к этому кресту. Вот как-то так. Ну что, до встречи внизу. Так, это начало океанариума. Все входит в стоимость билета. Эти рыбки очень красивые. Очень красивые рыбки. Так. Такая здесь атмосфера отдыхающая. Здесь вон кто-то. Так, кто это у нас? Леопардовая мурена. Они вон спрятались за камнями. Их не видно. Ну вон, так если посмотреть. Это рыбки в пруду простые. Вот такие вот. Ой, тут так прохладно, кстати. Так. Смотрим, кто здесь.
какой он плавательный. Так, это я просто показываю, кто здесь находится. Ага. Черепашка. Так, здесь у нас... Так, это у нас крылатая зебра. Обухи рук, забромы. Вот такие. Так, и здесь у нас рыба-попугай. Вот такая вот красота здесь. А это вот с этой стороны похоже на черепаху, но этого не знаю даже. Плоская. Это не, вроде не черепаха. Что-то не поймешь, короче. Там просто не написано. Она впитывает. Так, ну вот, такой вот океанариум. Так. Это вход в зоопарк. Кстати, что будет дискотека 90-х, 80-х. Июля. Ой, так. Ну вот, вход в зоопарк, смотрите, вот такие вот кролики лежат прямо здесь. Ну, это, знаете, как бы интерес для детей, но я делаю для вас, вдруг вы с детьми поедете. Ага, дикобразы. Да, жарко. Корм лежит, уже закормленный, все, видишь. Да. Вы, кстати, туда же не поднимаете, да? Ну, Вадик, если... Так, идемте дальше. Страусы. Что удивительно в этом зоопарке, что здесь действительно звери ходят прям под ногами. Смотрите,
Так, что у нас здесь? Это птичник. А, выход через птичник. Здесь у нас утки. И вот кто-то сидит. Вот это кто? Даже не знаю. Даже голуби здесь обалдеть. Кормить строго сухим кормом. А здесь кто? Там нет никого, да? Да я что-то не вижу здесь. Здесь это понятное дело, что есть. А, здесь енот должен быть. Енот. Здесь должны быть еноты. Ну, что-то я его не вижу. Значит, да, нет. Так. Обезьяны туда. Ну, пойдемте посмотрим. О, это... рыбки. А почему там маленькие? Есть такая традиция, чтобы вернуться. Нельзя руками туда лазить. Там грязная вода. Пришел опять дракон. Близко не подходи, вон прямо. А вон там внизу еще. И кто? Там так, а тут тоже обезьянки. Это малыш еще. Да. Ага. Так, окей. Кстати, знаешь, что он делает? Пошли, там через крокодилов проходили. Ну что вы без образа? Попугаи. Смотри, они летают даже. Ну да. А, смотри. Голуби. Ловить попугаев и птиц запрещено. Штраф 5000. Видите, попугаи даже не боятся. Спокойно сидят рядом. Вон. Никто не боится вообще. Летают спокойно. А, морские свинки. Да. Тут морские свинки.
Я его лишний раз не дергаю. Он маленький, хрупкий. Большой ван-дан. Меня не снимайте. Нет, нет, нет. Только птичку. Ну да, ну, как говорится, видите, уважаемые подписчики, все, даже звери зарабатывают себе деньги. Ну да. А выход вот такой здесь, с этого мини-зоопарка, через пасть крокодила. Сейчас покажу. Вот так. Вот такой выход. Ну и это все. То есть именно по Олимпу это все, что здесь можно показать. Так, уважаемые подписчики, ну вот, иду я на Глорию. Здесь еще коралл. Он идет, экскурсия на 4 часа. Ну вот, мы идем на Глорию. Вот такая Глория. Экскурсия на 2 часа будет. Посмотрим, как она проходит, где чего, как. Честно, первый раз поплыву на таком корабле. Часовая прогулочка на 10:30. Один взрослый, один детский. Проходим. У меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ребенка еще пропустите, вот этого мальчика. Вот этого, большой мальчик. Старается. А кто скажет, девушка? Пойдем отсюда. Давай здесь, Лена, сядем. Оп, не, что? О, от души. Все. Так. Ну, вот видите, тут бар есть. Бар там внизу, видать, туалет. Вот так тут. Ну что, посмотрим. Так, уважаемые подписчики, стартуем. Женковое объятие. Добрый день, дамы и господа. Девочки и мальчики. Пираты. Добро пожаловать на борт, теперь уже моего пиратского фрегата «Глория». Через считанные мгновения мы отправимся в самое незабываемое приключение в вашей жизни, во время которого мы увидим то, чего раньше не видели, и узнаем то, чего раньше не знали. Возможно, на нас нападут пираты! Или мы угодим впасть к самому кракену. Может быть, за ближайшим мысом нас уже поджидает испанский галеон. Кто знает. Но несмотря ни на что, мы попытаемся отыскать желанные, но покрытые мрачной тайной сокровища древних ацтеков, которые, если верить старинной рукописи, покоятся на самом дне Черного моря. Поэтому пристегните ваши ремни, они справа от вас. Держите ваши шляпы и плавки, и мы отправляемся! Эпичного отправления, я бы на вашем месте громко поаплодировал! Прекрасно! Так как ближайшие несколько суток нам предстоит провести вместе, бок о бок, преодолевая трудности, поставленные самим морем, вам стоит уяснить несколько простых правил, которые поспособствуют благополучному возвращению обратно на берег.
для начала об устройстве нашего судна. Это Глория, знакомьтесь. Передняя часть называется нос, сзади корма. Верхняя палуба вторая, а нижняя это первая палуба. Я думаю, все просто. А, пираты, кто из вас курит? Поднимите руки. За борт. Прыгай. Не прыгай, пожалуйста. Курить можно у нас на Глории, но только на корме, то есть задней части, на нижней палубе. Пожалуйста, курите все только там. И помните, за каждый выброшенный запах окурок Кракен забирает по одной части. А скажите мне, команда, что такое гальюн? Туалет, это туалет, конечно. У нас на Глории есть два туалета. Они находятся на нижней палубе. О существовании, которые ходят страшные легенды. Друзья, большая просьба, во время движения не перевешиваться сильно через бортики и не прыгать в море. Если вы окажетесь за бортом, спасать вас никто не будет. Матросы ленивые, и они не умеют плавать. Также, большая просьба, ваших деток не отпускайте одних гулять по палубе. Не надо отправлять сына на бар по безобивам. Лучше за Рома. Друзья, на нижней палубе, вот, у нас везят слева и справа оранжевые спасательные жилеты. Спасательные жилеты нам сегодня не понадобятся. Погода прекрасная. И у нашего капитана отличное настроение. И последний момент, друзья. Самый важный. Если во время нашей прогулки мы увидим в море очаровательных дельфинов, пожалуйста, не надо всем резко перебегать на один бортик, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Итак, ребята, это были простые правила. Если вы готовы их соблюдать, если вы готовы вернуться на берег целыми и невредимыми, дайте аплодисментов! Вам можно доверять. Хочу вас кое с кем познакомить. Друзья, у нас на борту есть бар. За баром вас встречает наш трактирщик, граф сия бара, Евгений Барман. Аплодисменты бармену. Ребята, аплодисменты бармену. И он тоже для вас постарается. А Евгений приготовит для вас вкуснейшие алкогольные и безалкогольные напитки. Обращайтесь почаще к Евгению. Русалок увидите. Гарантирую. Друзья, также у нас на борту можно перекусить картошечка, шашлычок и обалденная обжаренная черноморская рыбка ставрида. Все это приготовит для вас наш бортовой кок Мария. Аплодисменты Марии! Наше меню, некоторые блюда, напиточки уже понесли для вас наши подавальщицы, они же официантки. Ребята, но есть ветер, от которого нет спасения, он называется Норд-Ост. Можно слышали? Норд-Ост в переводе на русский северо-восточный, потому что он будет северо-восток. Ветер такой сильный, что скрывается здесь шляпа, переворачивает машины и даже может перевернуть грузовой автомобиль или сорвать дом балкон. Бывали такие случаи. Это губительный ветер, но сегодня и в ближайшие дни погода будет только самая прекрасная. Ну, разве что немножко жарко. Друзья, мы немножко развернулись сейчас и посмотрите прямо в бухту. Нашу бухту как будто обнимают и образуют два мыса. Это по левому борту толстый мыс, а по правому борту тонкий мыс. Расстояние между ними ровно одна морская миля. Моряки, а чего ровно одна морская миля? 1,8, чуть больше. Еще больше. Одна морская миля это 1852 метра. Вот ровно столько между мысами. Посмотрите, толстый мыс, напомню, он слева. Он скалистый, он ходит над морем. Там есть прекрасные смотровые площадки, видно все открытое море. И его венчает красавец маяк. Высота маяка 50 метров, он своим светом бьет на расстояние 21 морской мили, даже в плохую погоду. Ну а тонкий мыс, напомню, он справа, он славится своими пляжами, атмосферными и спокойным размером. Вот он, ребята, а мы продолжаем движение по Черному морю. А знаете ли вы, как глубоко Черное море? Очень глубоко, меня пугает. Ребята, как вы думаете, сколько под нами сейчас метров глубины? На самом деле, да, вот, ребята, правда, не очень. Прямо под нами сейчас метров 7, ну, может быть, 10. Бухте будет она небольшая. Но на выходе... Санька, ты меня убьешь!
он за ручку. Так, боишься? Нет. Это удобно, ты понимаешь? А жилет-то можно? Машки, ножки, не боишься. Вода прохладная. Давай, я здесь. Прошу прощения, что запись прерывается. Ну как-то так. Ну, вот так вот здесь хорошо, как видите. Поэтому, если вы меня слышите, уважаемые подписчики, обязательно попробуйте, очень интересно. Так, уважаемые подписчики, в общем, все, купание закончено. Не знаю, будет ли программа еще под вечер, но вот как-то так. Сейчас плывем обратно. Да, ребята, в разных пиратах я проведал свою долгую пиратскую карьеру, то есть сейчас. И я хотел бы пригласить свою пиратскую команду самых юных пиратов. Ребята, девочки, мальчики, дети, капитан Жайморовец набирает большую команду. Я буду ждать вас на нижней палубе, там, где большой салон, там, где барная точка. Ребята, спускайтесь вниз, собираем команду, да, на нижней палубе. Конечно, берите с собой ваших родителей. Вот опять белая невесточка. Так. Уважаемые подписчики, в общем, будем подводить итоги, что получилось. Санчес на танцполе начинает свою историю. Город королев с нами. Show me what you got. Магия баланса. Тони Хоук в здании. Йоу, сделайте шум этой красотки. Девчонки, он свободен. И у него уже 5 детей, будьте аккуратны. Оу, звоните в трампун, срочно. Двигаемся далее. Арчи на танцполе. Всего лишь 38 лет. С 99-го года в Кипрога. С 2000-го без работы. Show me what you got. Oh my god. Он рисует картины с моим телом. Олимпийская сборная на танцполе. Илья Бой застыл как на фотке. Пизанская
Это действительно классно, товарищи, уважаемые подписчики. Просто действительно классно. Шире, шире! Отлично, руки вот так, голову сюда, и не двигайся. Если ты будешь двигаться, ты умрешь, понятно? Мы берем тебя в команду, малыш. Окей, мы приблизились к самому интересному, самому сложному, опасному трюку в шоу. Смертельный номер. Малыш, ты уже можешь двигаться, не умрешь, все в порядке, расслабься. Что будет происходить, объясняю. Я работал в цирке Дю Солей. После того, как у меня не получился этот трюк, я там больше не работаю. Что смешного, блин, я безработный. Я побегу с этой стороны на полной скорости. Оттолкнусь об голову этого малого и сделаю сальто через всех людей. Если вы хотите это увидеть, сделайте еще немного шума. Вам что, малого не жалко, что ли, я не понял? Офигеть, похлопали все, кроме родителей, походу, ты понимаешь? Уважаемые подписчики, покажите, кому понравилось, не забудьте попробовать. Мама, подними руку. Мама, ты где? Не вижу. У тебя один ребенок? Блин. Давай договоримся. Если вдруг с ним что-нибудь случится, я помогу тебе сделать нового, хорошо? Договорились. Девочки, не переживайте, я профессионал. Именно поэтому я работаю на улице. Пацаны! Эй, не так близко, а ты что себе? А ну-ка разворачивайся. Вот так-то лучше знакомьтесь. Ты зачем подставляешься, блин, это была проверка. Пойдем, я для тебя другое место. Вставай вот сюда. Ты из какого города родом? Местный? Малыш, он местный, я ему не доверяю. Вставай посерединке девочек вот сюда.
и кайфуй, у тебя теперь самое лучшее место. А ты разворачивайся, ты наказан. Тебя как зовут? Алексей? Давайте все вместе дружно скажем «Привет, Леха!» «Привет, Леха!» А теперь давайте все вместе дружно скажем «Прощай, Леха!» «Прощай!» Всем на тебя пофигу, работай. Ты все понимаешь? Ты видел, я чуть малого не убил. Я побегу с той стороны на полной скорости. 3 недели назад трюк не получился. Человек, стоявший тут, пострадал. Лежит в реанимации, никто не знает, будет он жить или нет. Понимаешь? Чтобы все было честно, можешь уйти. Он остается. Пошумите, Лехе, еще раз. Доброе утро. Разверните с камерой лицом, пожалуйста. Чтобы вам было комфортнее. Малыш уже не хочет разворачиваться, вижу, да? Красавчик. Люди, трюк реально опасный. Реально страшный. Я беспокоюсь за свою репутацию, за свою свободу и жизнь Алексея. Для того, чтобы этот трюк состоялся и мы не боялись, нам необходимо собрать некую маленькую медицинскую страховку со всех тех, кто окружает нас здесь сейчас. Пожалуйста, люди, проявите свою любовь, а не ненависть. Если вы дадите 50 рублей, я все понимаю. Если 100, уже лучше, у вас есть работа. Дамы и господа, уважаемые друзья, мы приглашаем вас отправиться на 3 часа в открытое море. И именно с ней, с этой красавицей, богиней Черного моря Лорейн. Отправление 21:30. Работает бар, работает ресторан. Интерактивную шоу-программу проведет для вас самый везучий, самый харизматичный капитан Джек Воробей. Команда матросов обеспечит безопасный отдых. Работает бар, можно будет выпить, можно будет покушать. Работает ресторан, все работают, а вы отдыхаете. У вас будут качать 3 вещи. Наш диджей, наш бар и, конечно же, само Черное море. Друзья, если хотите отправиться с нами, поторопитесь. Осталось не так много времени. Билеты в кассе «Морские прогулки». Маяк укажет вам путь. Как известно, самые спонтанные решения обычно и путешествия, они становятся счастливыми. Но не забывайте, что шоу-программа 18+. А мы продолжаем. Черное море. Итак, Лола, ты готова? Прекрасно. Девчата, вы готовы? Экстра раунда у нас еще ни разу не было, клянусь. Хорошо. Итак, диджей готов? Друзья, напоминаю, что сегодня для вас играет диджей Андрей Немов. Ваши аплодисменты! 3, 2, 1, поехали! Итак, Яна сразу пошла в атаку. Оксана еще присматривается. Яна уже скорее к пляжу бежит, поскорее покупаться в море. О нет, а вот и секретный босс. Вот Санта Киричука. Мы вызвали его прямо сюда, друзья. О нет. Осталось 10 секунд. Друзья, это мэр Геленджика. Он прибыл прямо сюда. 3, 2, 1. Ваши аплодисменты! Отлично. Итак, ну что ж, девчонки, мне кажется, если бы мы, в принципе, ушли, мы продолжали бы это танцевать. Вообще, красавица. Хорошо. Итак, друзья, ну давайте еще раз голосование. Нужно выбрать. Итак. Две участницы, Яна и Оксана. Кто считает, что сегодня победу уважаемые подписчики, розыгрыш билетов на дискотеку на корабле. Прекрасно. И кто считает, что сегодня 22:00 на лайнере переотправляется?
Немножко паузы в моем разговоре, уважаемые подписчики. Лайнер. Вот такой лайнер планирует отправиться в путешествие на 3 часа. Ночные прогулки от 18 плюс, сразу говорю.